Многие мероприятия к 80-летию Краснодарского края украшает вот такой каравай. Ко дню города это тоже самая желанная праздничная продукция. Такие шедевры, большие и маленькие, дань многолетней традиции. А намчане знают, что на хлебокомбинате можно, заказав такой каравай, не беспокоиться о качестве. На государственном предприятии подход к качеству государственный. В нашем предприятии внедрена система менеджмента ХАЗ, то есть усиленный контроль за качеством и безопасностью продукции. Технологический процесс весь под контролем наших лаборантов, наших технологов. Ароматный, резной, в меру сладкий – такой хлеб станет настоящим украшением любого торжества. 25 лет работает на предприятии мастер, который с удовольствием берется за дополнительную творческую работу. Ну, если есть желание, то, конечно, любое дело по плечу. Мне было интересно, мне нравилась кондитерская работа. Очень было интересно именно украшения, цветы. Ну и потихонечку как бы и журналы смотришь, и где-то подсматриваешь, где-то свои цветы придумываешь. Елена Станиславовна, как и многие работники предприятия, пришла сюда, получив профессиональное образование. Попала я сюда после окончания техникума Крымского, тогда был техникум, нынче колледж. Я технолог по образованию. Здесь работаю дрожжеводом, уже много лет работаю, очень люблю свою, душой прикипела к хлебокомбинату. Сегодня работать здесь очень интересно. Новая линия дает размах для творчества, а теперь и новый тестомесильный цех, где создан специальный микроклимат для рождения теста. Оптимальную температуру поддерживают кондиционеры. Чистота и порядок здесь стерильные, а все остальное в руках настоящих профессионалов своего дела. Ровно 77 наименований хлебобулочной продукции в ассортименте предприятия. И каждая проходит тестирование на покупательском спросе. Очень много хлеба подвергается тостерной нарезке и вакуумной упаковке по желанию заказчика. А в запасе у предприятия еще очень много планов, о которых мы обязательно расскажем.